Тут как бы нонсенс. Сочетаются совершенно несочетаемые вещи. Обычно, когда профессионал в личном отношении, всегда забывается про все личные отношения, так скажем, да? В данном случае она очень добродушный человек, так скажем. Она очень трогательно относится ко всем проблемам окружающих. То есть она в любой момент может в эту проблему, так как сказать, не то что неожиданно, да, и как бы невидимым таким вот помощником быть в решении этой проблемы. То есть ненавязчиво, но в любом случае она некую проявляет всегда мудрость для того, чтобы помочь любому сотруднику в решении той или иной проблемы. То есть она достаточно добродушный, спокойный человек, она никогда не повышает голос. Сказать, что она очень строгая, может быть, да, но эта строгость, опять же, она не напрягает. То есть никто на себе никогда не ощущал, насколько она может быть строга. Она требовательна, да, она не так, то так, вот ни одним другим, то другим способом она своей задачи достигнет, своей цели. Ну, не все могут заметить, насколько это было вот ей тяжело, допустим, потому что окружающим достаточно легко с ней работать.